В Петропавловске запустили предприятие по переработке молока. Оборудование для завода приобрели за счет государственной поддержки. Потратили 20 миллионов тенге. Это кредитование по программе «Экономика простых вещей». С гарантией бизнесвумен Альбине Рашитовой помогли в фонде развития предпринимательства «Дому». Алена Хан ознакомилась с ассортиментом продукции. ТО «Экомол Сергеевка» – производитель молочной продукции. Завод запустили в конце прошлого года, но выйти на полную мощность не успели. Пандемия внесла свои коррективы. Сейчас здесь производят несколько наименований продукции, которая на следующей неделе появится на прилавках местных супермаркетов. Мы перерабатываем молоко, производим масло, творог, молоко. Также в будущем планируем производить кисломолочные продукты, то есть это йогурты, кефиры, сметану. На заводе работников 11, из них 3 это администрации, 8 непосредственно работают в цеху. Новое современное оборудование российского производства позволяет перерабатывать до 10 тонн молока в сутки. Закупили его с помощью господдержки, получили кредит на 20 миллионов тенге. Ставка вознаграждения составляет 14%. 8 из которых субсидируется государством в рамках государственной программы «Экономика простых вещей». В связи с тем, что предприятию недостаточно было залогового обеспечения, фондом «Дому» предоставлена гарантия в размере 71% от суммы кредита, и что позволило покрыть недостающую часть залогового обеспечения. Продукцию производят с разным процентом жирности. К примеру, полкилограмма вот этого 82-процентного масла будет стоить 1500 тенге. А в этом котле сейчас варят сырную массу. Делают ее из сыворотки. Здесь около 2 тонн. Весь процесс займет 2-3 часа. Варим при 82 температуре, потом сливаем и остальное собираем в мешки и в холодильник. Стоит отметить, что в Северном Казахстане гарантированием поддержали 34 проекта почти на 3 миллиарда тенге. Алена Хан, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.